Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами на связи Александр Здрогов. Сегодня я познакомлю вас с одной интересной торговой стратегией. Она называется «Канал скользящих средних». Эту стратегию можно использовать как при торговле по тренду, так и в свинговой торговле. Для торговли по этой стратегии нам понадобится простая скользящая средняя. Период у нее 8, и применяем мы ее к ценам low. Так, жмем ОК. И вторая скользящая средняя. Период у нее будет в 10 дней. И применяем мы ее к ценам high. Так, ОК. Так, давайте поменяем цвета не то, две синие тут не очень красиво. Так, окей. Угу, все. Итак, как торговать по этой стратегии? Сначала давайте научимся определять тренд. Ну, в принципе, тут и так видно, что вверх он идет, но есть определенные правила, как это делается. Значит, когда образуются два бара, лежащих полностью за каналом, вот у нас два бара образовалось полностью за каналом вверх, значит, тренд у нас вверх. Если два бара образовалось полностью лежащими за каналом вниз, то тренд вниз. Вот здесь мы можем наблюдать тренд вниз, то есть полностью лежат за каналом. Так, ну давайте будем смотреть здесь. В общем, вот так у нас образовался тренд. Далее вот эта линия становится линией сопротивления. То есть вот здесь мы можем тащить стоп. Первоначальный стоп мы ставим вот здесь вот. То есть когда вход в сделку происходит на закрытии второго бара. То есть вот у нас первый бар полностью сформировался за каналом. Не попадает на канал никак. Второй бар полностью сформировался. И на закрытии этого бара мы входим в сделку. Выхода может быть два варианта. Либо мы тащим стоп, пододвигаем просто-напросто по линии сопротивления, и когда цена пробивает ее, мы выходим. То есть мы выходим вот здесь вот. Либо второй вариант, переворотный так называемый. То есть мы ждем, пока у нас не образуется сигнал вниз, тренд. То есть сигнал смены тренда. Вот здесь у нас два бара вниз получилось. Соответственно, мы выходим из сделки, попросту переворачиваемся и стоим теперь вниз. Так, теперь давайте я покажу вам, как использовать эту стратегию в краткосрочной торговле. Первое, мы также определяем тренд. Ну, тот же самый пример, вот два бара, все, тренд у нас вверх. Потом ждем, когда цена пробьет у нас линию сопротивления, то есть это происходит у нас вот здесь вот. При пробитии линии сопротивления мы ставим ордер вот здесь вот на возврат в канал, то есть мы ставим здесь buy стоп ордер, цена возвращается, ордер обрабатывает, и мы осуществляем выход на границе канала, то есть вот здесь вот. Вот здесь вот мы выходим, у нас получается, вот мы взяли вот эту прибыль. Вот здесь то же самое. Здесь мы ставим ордер, цена возвращается, здесь мы выходим. Ну вот еще пример. Вот тренд у нас сменился, да? Вот цена вышла за границу канала, ставим ордер, цена возвращается, получаем прибыль. Ну, смысл, я думаю, ясен. Итак, в общем, эта стратегия у нас может использоваться как при торговле по тренду, да, так и в краткосрочной торговле. В общем, используйте эти новые знания. Надеюсь, эта стратегия вам поможет зарабатывать на рынке. Ну и, собственно, все, что я хотел вам в этом видео показать. Удачи на рынке и до скорых встреч!